Ну что, начали подъем к водопаду. Крушунские водопады – одна из лучших природных достопримечательностей Болгарии, до которой очень редко добираются туристы, увлекающиеся пляжным отдыхом. Расположены эти водопады в 35 километрах от города Лович, рядом с селом Крушуна. Потому и название получили – Крушунские. Крушун – это вид местного сокола. Река уже есть. Ищем водопады. В районе водопадов существует несколько экологических труб. Основной маршрут рассчитан на неподготовленных туристов. Он короткий, несложный и ведет к самому большому и красивому водопаду. Его высота 15 метров. В самом начале подъема по тропе водопад еще достаточно спокоен. Первый каскад его небольшой, называется «Прыскала». А это синий омут. Ну, понятно, что это из-за цвета воды. Кстати, вода крушунских водопадов считается целебной. Говорят, что если промывать ей глаза, то восстановится зрение. Второй каскад крушунских водопадов более высокий и поэтому более живописный. Эта экологическая тропа заканчивается возле пещеры водопада. Да-да, именно водопада, так называется пещера. Из нее вытекает река. Здесь мы и закончим нашу маленькую прогулку у крушунских водопадов. Есть ли люди, равнодушные к водопадам? Вода очень холодная. Струи падающей воды всегда завораживают. И возле большого водопада можно стоять и любоваться часами. И уж если вы добрались до крушунских водопадов, то вам стоит посетить и другие природные достопримечательности Болгарии, расположенные рядом. Например, девятушка пещера находится всего в нескольких километрах. Это огромная пещера изумительной красоты, и в ней тоже протекает река. Я предлагаю вам посмотреть видео об этой пещере на моем канале. А сейчас я говорю вам до свидания, до вижданы, и приглашаю вас в следующее путешествие со мной по Болгарии, Румынии, Молдавии, Белоруссии, Турции, Греции, Польше, Узбекистану и России.